Химках наградили любительские команды по хоккею. Традиционный турнир на Кубок администрации городского округа прошел в Новогорске. Главный трофей завоевала сборная ОГИБДД. По итогам двух матчей команда одержала разгромные победы над соперниками 10-1 в матче с Академией и 13-4 с Домино. Следующий хоккейный турнир на призы Евгения Паладьева пройдет в феврале 2019 года.